сегодня гулять. Сегодня очень солнечно, но очень ветрено, поэтому я в шапке и в шарфе. Вот уже подходим к Шордичу вместе с такими вот высокими домами. Здесь рядышком стоят трехэтажные, двухэтажные. Очень много разных типов построек. Пойду поснимаю, посмотрю и вам покажу. В Лондоне очень часто водители используют вот такие номера. Прикольно. Я даже видела однажды Russia, писали RU55IA. Потом какие-то имена. В общем, ну за такие номера, конечно, приходится платить очень большие деньги. Это в плане типа... Тихо. О, а тут какие граффити. Посмотрите, что тут нарисовано. Боже мой, какая красота. Пойду поснимаю. А вот еще какой я домик нашла. Смотрит Белоснежка вниз. И тут такие граффити. Обалденно красиво. Все вот такое вот разрисованное. Красиво, конечно, так смотрится. Ну и сейчас еще остальные. О, какая красивая картина смотрится там наверху. Как вам вот такой портрет? На фоне высоток. Я поняла, что это за высотки. Это Ливерпуль-стрит станция. Уже что-то настроили. Пока меня не было. Вот Чанс-стрит. Улица Шанса. Что дадим Шанс? И тут такие вот еще заросли с граффити. Девушка такая серьезная. Ну, бутылки. В общем, это такой район альтернативных культур. Разные неформалы здесь собираются и живут. Кстати, Витби-стрит. Про Витби я уже рассказывала. Город очень красивый. В северном Йоркшире. Есть вот такие страшные граффити. Это прям Alien. Чужие. Или из фильмов, наверное, комикс. Девелопер. Такой вот девелопер. И это похоже на какой-то ночной клуб. Что это? Church Street 92. Потом погуглим. Клёво тут. А тут Шордич Fish and Chips. Самое главное национальное блюдо в Великобритании. Очень, кстати, вкусно делают. Рыбу с жареной картошкой. Вот тут такие живут интересные альтернативные людишки. Стрэнь, как это,
нетворки, это называется. Странные люди. Очень много всяких локальных магазинчиков. Продают всякую такую дизайнерскую одежду, в которой просто так на улице не выйдешь, если ты не альтернативщик. И вот такой. Фотосессии тут всякие. В общем, все спокойно в городе Лондон. Коронавирус не проблема. Вот чайное заведение. Лейбор энд Вейт. Здесь такое зеленое здание выделяется ярко, блестит на солнышке. Ну ладно, пошли дальше. Да, эта улица называется Brick Lane. И тут Truman Brewery находится, ну, тоже как выставочный центр. Тут проходит очень много всяких фэйшн-показов. Такие. Альтернативная культура, в общем, тут вся собирается. И дизайнеры в основном. Вот и Труман написано. Вот там как раз и находится этот выставочный центр. Здесь красиво. А вот там, кстати, и проходит бой подушками, о котором я вам скоро расскажу. Вот такие тут еще граффити существуют. Дональд Трамп со своей клюшкой в гольф играет. Ну и дальше туда, Allen's Gardens начинается, где проходит, по-моему, да, именно там, здесь проходит бой подушками. International Pillow Fight называется. Тут такие вот еще граффити. И дальше туда. Много всего нового нарисовали. В том году вот по той стене вообще ничего не было. Ну или были какие-то, ну, такие абстрактные граффити. Сейчас вон там какой-то чувак, не Стив Джобс случайно ли. И вот тут вот по этому мосту ходит оверграунд. Овер – это над, над землей, надземка. Написано «Congrats, you're not looking at your phone». То есть поздравляем, вы увидели это, потому что вы не смотрели в телефон. Прикольно. Так, congrats. Поздравляем. Ну, пошли обратно. Ой, какая тут девушка еще встроенная. Самые такие iconic pictures тут собраны, то есть знаменитые картины. Глаза на лице, разные стороны, Шер, Трамп, лидер, Светлана, Будда. Вот Brick Lane. Это как бы основная улица, где всякие граффити находятся. И вся вот такая альтернативная культура собирается. И вот на этой Brick Lane, как видите, еще и мусульманские надписи, потому что тут очень много мусульман живет. Очень много. Вообще грязный такой район, но разноцветный, пестрястый. Ну вот мы побывали в районе Шордич.
домой, обратно в Хакен пешочком. Все, я еще пешочком хожу. И солнышко светит.